Матвей, скажи, какая по счету эта подпись за сегодня? Я не считал, если честно, но достаточно. С учетом того, что карточки заканчиваются, сколько их было? Их было много, но мне кажется, это больше 1000. Возможно. Ну, наверное. Это самая большая автограф-сессия? Да, это самая большая. Насколько ты сильно устал сегодня? Больше, чем на тренировке утром? Нет, сегодня восстановительная была не тяжелая, поэтому нормально. Здесь, наверное, побольше я устал. Ты завтра будешь готов вообще к тренировке после такого? Завтра выходной команды, так что я как раз буду отсыпаться и восстанавливать силы. Ты себе повезло сегодня. Да, ну не только мне, вообще всей команде повезло, что завтра выходной. Так совпало, да. Какие эмоции от сегодняшнего общения? Эмоции очень положительные, потому что видно, что люди доброжелательные, подходят, желают удачи, желают голов. Мне очень приятно, потому что я в команде не так давно, и мне очень важно то, что болельщики поддерживают. Федор Смолов – бог футбола. Это так? Ну, конечно. Устами младенцев глаголит истина. Дети кричали, поэтому все по делу.